19 января православный мир отметил праздник Крещения Господня. Губернатор Тверской области Игорь Рудени с детьми присутствовал на торжествах в Нилостолобенской пустыне в Осташковском городском округе. В этот же день глава региона посетил исток Волги. Праздничное богослужение в Нилостолобенской пустыне в Осташковском городском округе возглавил архимандрит Аркадий, наместник монастыря. Он провел обряды всенощного бдения, божественную литургию, а также чин великого освящения воды. После губернатор вместе с детьми посетил исток Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Божественную литургию в Никольском храме Ольгинского женского монастыря провел митрополит Виктор. Затем состоялся крестный ход к часовне на истоке Волги и чин великого освящения воды.